Վրաստանի գյուղատնտեսության նախարարության ուսումնահետազոտական կենտրոնը տարածաշրջանային զարգացման հիմնադրամի օժանդակությամբ իրականացնում է մի նախագիծ, որը կոչվում է կարտոֆիլի սերտիֆիկացման ծրագիր, ընդ որում Վրաստանում այսպիսի նախագիծ առաջին անգամն է իրականացվում, և ուրախալին այն է, որ ախալքալակի կարտոֆիլագործների միություն և ջավախեթի ագրոընկերություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն կազմակերպության մշակած կարտոֆիլն է արժանացել սերտիֆիկացման, որի միջոցով ախալքալակի երկու սորտերը կարող են դուրս գալ միջազգային շուկա։ Значит, этот проект впервые делается в Грузии, то есть сертифицирование семенного картофеля при поддержке фонда, фонд регионального развития, а также из Министерства сельского хозяйства, которые поддерживают и помогают, чтобы сделать вот этот проект. На этом этапе, значит, делается только сертифицирование эстонских картошки, там два сорта Антс и Рейд. Антс — это мы получили супер элиту, и сейчас получаем уже элиту сертифицирования, а в Рейд у нас была получена элита, и сейчас будет у нас А-класс. То есть мы уже будем иметь документ, что фермерам, нашим клиентам предложить, что и правду, как и супер элиты, мы получили элиту. Здесь они могут подойти к нам, и мы предложим, продаем вот эти семена. Цена договорная, конечно, она не будет стоить столько, сколько привозные, потому что она уже апробирована здесь, адаптирована, но цена будет договорная. Ախալքալաքի կարտոֆիլագործների հաջողությունը ողջունում է նաև գյուղատնտեսության նախարարության ուսումնահետազոտական կենտրոնի ղեկավարությունը։ Мы представители научно-исследовательского центра сельского хозяйства Грузии, Министерства сельского хозяйства. Мы находимся здесь для того, чтобы присутствовать на втором этапе сертифицирования картофеля. Первый этап был в августе месяце, когда мы провели инспектировку в полевых условиях. И здесь в основном два новых сорта. И мы, как сказать, исторический момент, потому что первый раз в Грузии здесь происходит сертификация семенного картофеля. И это очень важно. И мы здесь специалисты для того, чтобы перебрать, если попадется какой-нибудь, ну, не такая картошка нестандартная. Ну, по виду мы уже видели очень хороший урожай, хорошее качество, и мы надеемся, что в дальнейшем это будет начало для того, чтобы выйти и за границу, и в экспорте можно ахалкалак свою картошку, сертифицированную. Вот это самое главное. Это уже начало сертификации, начало международной сертификации. Это гарантия качества, и это самое главное. Дело в том, что здесь очень хорошая организация, это называется Ахалкалакская ассоциация Ахалкалакский картофель. И здесь работают такие люди опытные, в основном квалифицированные. Я знаю вот нашего друга Махаре Мацукатова, который долгие годы уже занимается производством семенной картошки. Ахалкалаки картофилагорцнери миутян хет хамагорцакцум е наев Java Lao Geo кооперативе. Орне луненалов похамадзайнагир эстонаци картофилагорцнери хет. Антас еврет сортер энергрелен эстонияиц ахалкалак. Սերմացուները հարմարվելով ջավախի բնակլիմայական պայմաններին թե քանակական և թե որակական առումով գրանցել են բարձր ցուցանիշ, ինչը ոգևորում է տվյալ կոոպերատիվին, էլ ավելի զարգացնել կարտոֆիլագործությունը։ Суть дела в чем? Мы где-то дважды выезжали в Эстонию,
и имели там мы контакты с эстонскими фермерами, с институтом картофелеводства Эстонии. И в результате этих контактов мы в этом году привезли семена нескольких сортов картофеля. Самое главное то, что, значит, среди этих семян есть такой сорт семени Ант называется. Мы привезли суперэлиту. Это суперэлита, мы ее в этом году посадили, она уже апробирована, и мы сейчас уже продаем элиту. Преимущество у нас в этом. Это в Грузии тоже делается впервые. Почему? Вот завозим с Голландии семена, там, с Беларуси, откуда. Это элита, суперэлиты нету. То есть, если ты один год завез суперэлиту, на следующий год это элита, потом А-класс, потом Б-класс и так далее. И преимущество наших семян как раз в этом. Потом вкусовые качества нашей картошки Антес, это изумительно. Они напоминают старый вот такой мажестик, что у нас был в советский период. Это картошка из нашего детства. Вот. Семена показали себя изумительно. Почему показали? Потому что, вот скажем, мы посадили 3 экспериментальных участка. Урожай получен нормальный, прекрасный, здоровый, что самое главное, но это, конечно, благодаря усилиям нашего Махаре. Он все необходимые средства защиты растений он проводил вовремя. Ну и самое главное, мы потихонечку переходим на европейский уровень возделывания картофеля. И плюс ко всему этому я хотел бы отметить, что мы раздали в несколько хозяйств фермерам, это у нас в Окаме, в Буашене, потом отдали в Богдановке, в Джиграшене. Наши семена показали, что в условиях не только Ахалкалаки, но и Нинацминты, они очень нормальные, здоровые и эффективные. На следующий год они уже покажут свою конкурентоспособность. Эстонские товарищи очень внимательно следят за нами. Идет обмен научным опытом, который осуществляет Махаре. Есть там этот эстонец Мати, его зовут. И уровень вот этих научных работ очень высокий. Нам очень помог, я не могу не назвать этого замечательного эстонца, знаменитого эстонца, зовут его Андрюс Вильям. Благодаря его стараниям, благодаря стараниям всей его команды и нашей команды, мы сегодня имеем то, что имеем. Результат налицо, вы все видите его. Да, я хочу честно признаться, первый раз в жизни посадил картошку, но мне это дело очень нравится. Поскольку у нас есть Махаре, он занимается этим делом, я могу сказать, что она, этот сорт Антес и сорт Ред, они очень неприхотливы, их, самое главное, они болезнеустойчивые. Они и выдерживают и морозы, и град, и все остальное. Вот был в этом году град, да, и в условиях этого года 2-3 месяца дожди шли, да. Многие картошки, у многих картофелеводов заболели там, и даже в Ахалцах, и помните, картошка осталась на поле. Наш картофель показал себя самой лучшей стороной.